Как там с подготовкой? Ну смотри, будет озвучка, должно быть смешно. И чтобы люди поняли, что мы очень сильно рожали этот номер. Сейчас продемонстрирую, как было. Ты что, селезенкой напрягаешься? Будь проклят тот день, когда Артем Широкий выбрал озвучку именно для финала. Недаром говорил Валерий Семенец. Тем временем в гримерке. Шутка. Глухой муж Маши Распутиной читает по губищам. Редактор сказал грубое. Грубое, но смешная, мне нравится. Еще одна. Угу. Во время концерта Шуру... А, это певица. Охраняет его внешность. Смешно. Тоже да? Не пропустил. А вот только что придумал. Записывай. Угу. Давай записываю. Баба с возу. Угу. Це-трансформер. Ржака. Знаешь, какой минус? Что в гримерке коньяк нельзя пить. Как нельзя? А Мартини кто приговорил? Ну, так это был модный приговор. Модный приговор записал. А что там с номерами? Да. Самый лучший номер про фантастическую четверку вырезали. Не актуал. Не актуал. Любимый номер моей мамы. Печалька. Вырезать не пришивать. Картинка медсестра без опыта и стажа. Добрейшая. Что просто озвучка была без провисов. Возвращаемся к озвучке. Итак, перед самой главной репетицией. Смотрите, дураки, декабрь на лысой резине гоняют. Привет, что за дурацкая шапка? Ханука? Да. Запиши. Ребята, смотрите, за что 300 просмотров на ютубе получил. Пацаны со свежим номером пришли. То есть смотрите, ребят, привет, будем играть с выигрышным номером «Свадьба в санчасти». Продемонстрируйте. Значит так, стримы в халатах. На сватані просили батько, просили мати, а ви втроем за реквізитом диспансер. Ой, мамочки. Спасибо. Спасибо, друзья.